Аккуратнее, ноги только не подрежут. Вокруг для туристических. Малый круг. Начинаем с башни по правой стороне от меня, за деревом прячется наверху на холме. Это Кастильская башня. Так как вы едете в Париж, ее здесь с 1891 года называют маленькой Эйфелевой башней. Костел с вокалом регуласти, зеленый купол за деревом, центр маленького города. Внизу и располагается территория маленького города. Мы с вами до начала, маленький город Анами. С левой стороны смотрим.